Новогоднее настроение продолжается на телеканале Шоп-н-Шоу. Дорогие телезрители, а вы знаете, что традиция наряжать елку в России появилась при Петре Первом? Мы за то, чтобы соблюдать традиции, но в то же время мы охраняем природу и заботимся о ней. Поэтому мы предлагаем вам вот такой великолепный подарок на Новый год самим себе. Это царь-елка. Цена Шоп-н-Шоу. От 1990 рублей. Звоните, заказывайте и создавайте праздничное настроение уже сейчас, приобретая и царь-елку. Ну, какой Новый год без елки? Звоните, заказывайте. Конечно же, вариантов очень много, целых три. Это, в первую очередь, елки различаются по высоте. Вот та, что находится справа от меня, высота 1,5 метра, 1,50 м. Та елочка, которая находится возле меня, 1 м 80 см. И скоро мы вам покажем, мы будем собирать точно такой же высоты елочка. Но еще есть третий вариант, дорогие телезрители, для большого помещения, для высоких потолков. Вот такая елка, посмотрите, 2 м 10 см. Какая она роскошная. В общем-то, собирать эти елки очень просто. Это сможет даже один человек, но мы покажем вам, как это делается. И прямо сейчас это все очень просто. Сама елка состоит из трех частей. Конечно, основание – это крестовина, на которой Давайте она... Давайте мы покажем, как она с легкостью собирается. Собирается она очень легко. Посмотрите, вот здесь есть ножка, которая фиксируется. Их одним... всего четыре. Одним движением руки вставляется в полозье и... защелкивается. Раз, два, три, четыре. Все очень прочно, надежно и быстро фиксируется. Ну и самое Ставим главное, нашу стучево. Елочку. Да. Вторая часть, вот такая уже распушенная, мы ее достаточно уже расправили, чтобы она была красивая, чтобы не тратить время. И осталось присоединить макушку. Конечно, Олечка. Все легко вставляется. Вы знаете, очень качественный продукт, действительно, качественный товар, предлагаемый на телеканале Шоп-н-Шоу. Действительно, царь-елка. Вы посмотрите, какие здесь длинные иголки, сосновые иголки, 4,5 сантиметра каждая иголочка. Ну, а чтобы вы понимали, эту елку мы называем сосна. Почему? Потому что здесь такие большие длинные иголочки. Широкие иголочки. Ну, это некий такой гибрид. С одной стороны, это новогодний. Елка, не просто елка, а царь-елка. С другой стороны, она, конечно же, элементы содержит сосны, дерево сосна. Но от этого она становится только красивее. Посмотрите, какая пушистая. Вот, мы заканчиваем расправлять верхний этаж нашей елочки. И посмотрите, вуаля, вот такой результат буквально за 2 минуты. На Очень ваших просто. Глазах мы привели елку в праздничный вид. Осталось только украсить игрушками. А мы бы хотели показать более подробно, наши операторы, вот эти вот роскошные елочные, да, вот эти вот иголочки. Вы посмотрите, какие они длинные. Еще раз хотим вам продемонстрировать это. Вы посмотрите, как качественно выполнены. Вы можете несколько раз дергать, но ничего у вас не получится. Ни одна иголочка не пострадает, Олечка, и не выпадет. Это очень важно, потому что мы все помним, когда мы приносим в дом натуральную елку, она, конечно, натуральная, она пахнет хорошо, но после нее выметать иголки можно потом до лета. Правда? Ой, да, Наденька, я когда раньше пользовалась только натуральной иголкой, натуральной елкой, ты не поверишь. Я выметала эти иголки из-под дивана, из-под кровати, и летом это Но кошмар. Но с нашей сосной, с нашей елкой, царь-елкой такого не произойдет. Очень качественные синтетические иголочки, которые выполнены из качественного пластика, гипоаллергенного, который не вызывает аллергии, пылеотталкивающий. В общем, все в одном. И еще, Надя, они прекрасно прокрашены. Вы посмотрите, я несколько раз провожу рукой, и рука не окрашивается, это очень важно, ведь это высокотехнологический пластик. И, между прочим, производитель дает гарантию на такую елку 7 лет. Да ты что, 7 лет это очень много. Я думаю, что для тех, у кого есть дети, это очень важный момент, качество. Важно, чтобы елка не красила, чтобы она не осыпалась. Чтобы и не она кололась. Не кололась, не давала каких-то посторонних запахов. Все это очень важно. И в этой елке есть все нюансы, все
плюсы, какие только могут быть у искусственного дерева. Ну, по-моему, она и так выглядит превосходно, но все же мы рекомендуем вам ее украсить вот так, как мы сделали это на этой елочке. Посмотрите, какая красивая у нас царь-елка. Шары и гирлянды здесь присутствуют. Кстати, эти шарики, гирлянды вы сможете найти на нашем сайте shopandshow.ru. Заходите, выбирайте. Готовьтесь к Новому году вместе с телеканалом Shop and Show. Прямо сейчас задумайтесь, какую елку вы хотите приобрести, и делайте, действуйте, заказывайте именно сегодня. А мы вам сегодня представили действительно царь-елку. Вам осталось определиться только с размером. Это 1,50 м, 1,80 м и самая большая, роскошная елка 2,10 м. Дорогие телезрители, длина иглы 4,5 см. Ну, как настоящая сосна. И она выглядит настолько натурально, ну, невозможно ее отличить от настоящей сосны. Оставайтесь с нами, готовьтесь к Новому году уже сегодня.